самый приятный момент, то, что сегодня мы собрались здесь. Помните, как здорово, что здесь сегодня все мы собрались. Давайте скажем шаббат, шалом. Ну, я понимаю, что только проснулись. Давайте еще раз. Шаббат, шалом. В каждой семье есть традиции. Знаете, традиции есть не только в кино, но в традиции есть в жизни. В нашей общине есть хорошая традиция. Это не только наша, это нормальная еврейская традиция. Когда мальчик достигает определенного возраста, он или девочка, они выходят перед общиной, чтобы сказать о том, что они стали взрослые. И поэтому сегодня у нас будет бар-мицва. Бар-мицва, понятно, означает «сын заповеди». Мальчик выйдет перед вами сегодня, Кирилл, и он будет комментировать Тору. Поэтому сейчас я буду трубить в шофар, он будет входить, а вы приветствуйте его, потому что у нас сегодня праздник. У нас сегодня совершеннолетие духовное. Давайте вместе. Быть вы или были, а если еще не были, то вы знаете, это хорошо здесь быть. Кирилл. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте встанем и помолимся перед чтением Торы. Барху это Адонай Гамурах, Баруха та Адонай Гамурах Лаолам Ваэт, Баруха та Адонай Элохейну Мелахаолам. Ашер бахар бану миколь хаамим, бенатан ланой тора то. Баруха та Адонай, нотен ха тора. Амен. Сегодня мы рассматриваем книгу Икев, которая находится во Второзаконии, 7 главы по 11. Итак, в недельной главе Икев Моисей решил объяснить своим соплеменникам, почему Бог вывел их из Египта и 40 лет чудесным образом поддерживал их в пустыне, а теперь собирается передать им землю обетованную. Слово «Экев» переводится «вследствие». Мы можем увидеть, что в этой главе перечисляются обетования, обещания Израилю, если он будет послушен Богу и его повелениям. И там же предупреждение – не нарушать его слово. И мы видим, что Бог как благословляет, так и наказывает. Бог любит нас, и Бог есть любовь. Любовь – это не только эмоции и чувства, но и отношения и действия. Давайте откроем 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Многие видят Бога злым, потому что они думают, что Он
запрещает что-то делать и наказывает, если мы не соблюдаем его заповеди. Они говорят, если Бог есть любовь, почему Он наказывает? Отвечая на этот вопрос, я хочу привести пример. Дети и родители. Родители часто запрещают детям делать что-то. Например, зажигать на кухне газовую плиту. Но они запрещают не потому, что они не любят детей, но потому, что любят. Многие вещи опасны детям для жизни. Но когда ребенок вырастает, он уже знает, как пользоваться плитой и может греть себе обед. Божьи законы, исправления, напоминания – это не только инструмент, но проявление Божьей любви, которая, чтобы помочь нам в жизни и изменить наш характер. Божья любовь ожидает взаимности. Например, если река впадает в озеро, и оно не передает эту воду дальше, то оно превращается в болото. И также, если Божья любовь входит в нашу жизнь, и мы не делимся ею, то это может испортить нас. «С кем поведешься, того и наберешься», — говорит народная мудрость. И если ты познал любовь Божью, ты будешь отображать ее для других людей. Например, Моисей, когда шел со скрижалями, он отображал Божью любовь. Он мог остаться на горе с Богом, но он вернулся к своему народу, чтобы привести им Божью любовь. Мы сотворены по образу и подобию Божию. Если Бог любящий, мы должны быть тоже любящими, так как это нужно прежде всего нам. Бог верен своему слову, и наша верность станет залогом нашего успеха в будущем. Вот так кратко, ну так громко. Так что вы поняли, да, самое главное, что получая Божью любовь, давайте не будем превращаться в болото Божьей любви, а станем источниками Божьей любви. Я правильно заметил вашу мысль, уважаемый? Вот видите. Ну что, вы знаете, и мы хотим пригласить родителей. Где мама? Где мама сбежала, она от радости убежала в конец зала. Вы знаете, это действительно хорошее время. У нас сегодня праздник, у нас сегодня радость. Кир, мы поздравляем тебя. Вы знаете, с ним было очень интересно работать, потому что, ну как, общаться, встречаться. Потому что иногда, знаете, вот за внешней застенчивостью скрывается очень глубокий духовный мир, очень глубокие краски. Я вам хочу сказать, что у этого мальчика богатый духовный мир. И когда он раскроется, многие из вас еще скажут, вот это да. Ну, как и у каждого ребенка, с кем, слава Богу, довелось иметь мне тут дело. Ну, слово маме. Шаббат шалом, дорогая община, группа прославления. Прежде всего, я хочу воздать славу Богу и поблагодарить Его за то, что мой ребенок стоит здесь, возле Торы, и комментирует ее. И вас, дорогая община, я хочу поблагодарить за то, что мы недавно, придя сюда, почувствовали, как мы просто очень спокойно и радостно вливаемся в тело Иешуа. Спасибо вам большое. Папа наш сейчас работает за рубежом, поэтому он прислал по имейлу благословение. Разрешите, я зачитаю. Мое благословение на Кирилла. Кирюша, любимый мой, я благословляю тебя, как благословляет любящий отец любимого сына. Я высвобождаю свое благословение на твою жизнь. Ищи Господа, ходи путями Его, держись за Него всю свою жизнь. В любых обстоятельствах твоей жизни всегда верь и будь верен Господу. Иешуа никогда не оставит тебя. Поверь мне, будь тверд и мужественен. Во всем положись на Бога. Верь всем сердцем и всей душою своей. Всегда верь Господу. Будь послушным Ему во всем и всегда. И тогда благословение Авраама придет на твою жизнь. И мне не будет стыдно стоять перед Иешуа в день мой. Благословляю тебя. Иешуа Машиах. Амен. Ну и от себя я хочу сказать, дорогой мой сын, я благословляю тебя.
ты, несмотря на то, что ты не самый старший ребенок в семье, у нас еще есть дети, старшие сыновья, но ты с детства принял слово Господа. Ты в 5 лет сказал: «Я хочу быть пастырем». Я не знаю, как будет в жизни, но так он сказал, это было его первое желание. «Я хочу быть пастырем», так он сказал. И ты держишься, ну, я надеюсь, и будешь держаться. Слово Господнего: «Я очень люблю тебя и прошу тебя, давай я тебе благословение». Никогда не уходи от него, никогда. Наш Господь – это все. Поэтому я не буду желать тебе отдельно здоровья, благословения. Если ты в нем, все у тебя есть. Да, аминь. И люби людей. Люби Господа и также люби людей. Старайся не осуждением, а словом Господним, может быть, направить. И следи за собой. Будь любящим, будь верным. Я люблю тебя. Во имя Иешуа. Аминь. Наш Господь услышал мои молитвы, произнесенные однажды, когда я отдавала еще мальчика в музыкальную школу. Я молилась о том, чтобы когда-нибудь он славил Господа. И так случилось, что Господь всегда отвечает по своей воле, вот если он благоволит, и он ответил. И Кирилл уже слегка приобщается к прославлению. И я хочу подарить ему вот от родителей вот эту гитару, как символ, как залог его служения, музыкального прославления Иешуа всю его жизнь. И вот такое вот маленькое стихотворение еще. «Гитару звонкую от нас в подарок ты прими. Когда наступит песни час, груди ее прижми. Под перебор гитарных струн поведай нам о том, как путник в странстве своем находит отчий дом. Ни высока, ни далека горит мечты звезда. Иешуа наш всегда с тобой, и ты в нем будь всегда». Я еще знаю, что молодежка тоже тут приготовила подарок. Кирюха, поздравляем тебя с твоей бар-мицвой. Классно, что ты пожелал быть пастырем. Я тебе как Кирюха говорю тоже. Вот. Мы тебя благословляем. И как вчера мы тоже говорили, да, если тебе нужно слово от Бога, наставление, если тебе нужно от Него понять, какое твое призвание, то здесь все сказано уже о тебе в частности. Поэтому просто прилагай к этому свое сердце и переваривай его, и наслаждайся этим, как сладким медом. Мы тебя благословляем, и мы рады, что ты есть у нас. Аминь. Ну, и знаете, у нас в конце есть, ну, традицию делают семьи. Да, и мы хотим, чтобы, знаете, самая первая главная традиция у нас, это когда семья молится за своих детей. И вы знаете, у нас, вот это мы семья. А это наш ребенок. Это не просто, знаете, как это ваш ребенок, конечно, но это наш ребенок, это наш брат. И давайте мы все вместе общиной встанем и помолимся, и благословим его. Отец, во имя Иешуа, мы благословляем Кирилла. Мы просим тебя, чтобы ты дал ему дух премудрости и откровения в позвании Иешуа, чтобы его жизнь это было отображением Божьей славы. Мы просим, чтобы та внутренняя красота, то внутреннее богатство, которое ты вложил в его жизнь, оно высвободилось. И оно просто обогатило тех, кто нуждается, тех, кто одинок, тех, кто страждет. Пусть та музыка сердец, которую ты вложил, просто небес в его сердце, будет высвобождена. Я, Боже, не побоюсь сказать вместе с моими братьями и сестрами, мы верим, что через это ты будешь исцелять, ты будешь восстанавливать, изменять жизни людей, приводить их к себе. Мы благодарим за нашего брата и благословляем тебя, Кирилл, быть сильным и мужественным и идти за Господом, хранить верность Ему во имя Иешуа. Амен. Ну и последняя традиция, когда мы отрываемся немножко от земли, мы приближаемся к небу. И
где наш стул, Кирилл? Давай мы тебя сейчас посадим на самое лучшее место. Это репетиция. Это репетиция перед многими вещами. Так что держись, я Библию подержу. Братья, где братья? Семья. Где братья? То есть у нас есть 3 брата, я понял. А где еще один брат? Вот, теперь у нас 4 брата. Это хорошо. Итак, давайте. Поближе к небу. Ну и чтобы было сладко. И чтобы было сладко. А вы, дети, помните, что скоро вы тоже будете приобщаться к сладости Духа. К сладости Божьего Слова. И ваша жизнь, она будет раскрываться. Israel.